Бисмилля. Сегодня ходил в отель, вот этот пятизвездочный отель, Миллениум, что в районе Ан-Насим. У нас год назад здесь паломники были от компании Хадж Центр, более 100 человек. И альхамдулля, отель понравился. И вот сегодня я ходил, встречался опять с руководителями по продажам. Разговаривали с ними по поводу отеля, по поводу дальнейшей работы, как дальше будет. Хотел рассказать про визы на Умру. Дай Аллах, чтобы в феврале открылась наконец-то эта возможность. Наконец февраля хотя бы, даже если откроется, это будет хорошо. Но у Умры, у нее жесткие условия. Во-первых, в стоимость пакета виза заходит, отель Мекки Медины. Потом трансфер, который вас будет от аэропорта до аэропорта встречать и провожать. Потом там питание должно быть минимум 3 дня, которые во время карантина. В общем, это все отразится уже на визе. Это отразится на визе. Ну, естественно, уже еще налоги здесь какие есть. Это мы уже все увидим, когда нам дадут доступ к системе. Визартуль Хадж. Для этого все туроператоры должны сейчас подготовить пакет документов, как обычно все это заверяется, заново договора составляются, и потом откроется доступ. Потом откроется доступ, где уже ты сможешь все видеть, что же входит, какие налоги, какие там расходы, и у тебя выйдет, в конечном итоге у тебя выйдет себестоимость визы. Но уже не будет как раньше, что просто визу получили, и люди сами приехали и уехали. Нет, такого уже не будет. Во-первых, группа должна быть, группа паломников. Там, правда, я заметил, что есть индивидуальные заезды, это есть VIP-персонам. Там, конечно, отразится на транспорте, потому что придется отдельно транспорт нанимать, а это джип какой-то. Или там минивэн, там, в общем, есть 4-местный, 6-местный, 8-местный, 10-местный, 12-местный там, и автобус на 25 человек, то есть на двух креслах будет один человек сидеть. Значит, у нас автобусы очень дорогие, я посмотрел в системе, 5500 в реалах, это 1500 долларов автобус на круг дается. Например, Джидда – Мекка, Мекка – Медина, Медина – аэропорт Медина. В пакет не входит. Сейчас Визартуль Хадж запретила как бы мазароты. Мазароты – что такое? Это Ухуд посещение, Арафа посещение, Муздалифа. Это все экскурсии запретило Министерство по хаджу. Потом, когда только приезжает группа, 3 дня она находится в карантине. Из-за этого я пошел в пятизвездочный отель, чтобы узнать, какое положение, какие вот комнаты, вот сами наблюдаете, все вот эти фотографии не просто здесь мелькают, а для того, чтобы посмотреть, чтобы 3 дня люди сидели в отеле, они хотя бы наслаждались, что внутри отеля там есть и уроки, где проводить, есть лекции, где проводить по Умре, есть где спортзал даже, Wi-Fi, залы, там кофешопы, то есть 3 дня хотя бы, чтобы у людей как бы была какая-то интересная программа. Для этого нужно составлять туроператорам программу на 3 дня людям, не просто там сидеть. И также питание там 3 дня должно быть включено, 3 дня питание трехразовое. И того виза, сами понимаете, уже все это отражается на себестоимости визы. Баракаллаху фикум ва джазакумуллаху хайран.